Здравствуйте, господа, здравствуйте, дамы. Всем привет. Ну вот это видео снимаю как бы в качестве ответа на комментарии. Предыдущее видео было о продаже яйца инкубационного мною. Извините, не сказал в прошлом видео то, что отправкой по регионам яйца я заниматься не буду. По той простой причине, что это будет отнимать у меня очень много времени и создавать неопределенные сложности в моей работе. Потому как бы людям, которые хотят приобрести у меня яйцо инкубационное и находятся где-то далеко, а многие еще пишут, находятся в пределах бывших республик Советского Союза, то могу сказать одно, что решайте вопрос отправки яйца или любыми способами, какие вам доступны. Один из способов, которых я знаю, по прошлому году люди приезжали, то есть яйцо отдавалось, люди договаривались с попутчиками или с людьми, которые едут в нашем направлении, приезжали ко мне, мне попросту перекидывали деньги на банковскую карту по приезду сюда, либо люди привозили деньги с собою, отдавали за яйцо. Я отдавал этим людям, а они уже доставляли тому, кто с ними договаривался. Есть в интернете много таких компаний, как Блаблакар. Там можно договориться с людьми, которые едут в этом направлении и обратно. Они могут помочь вам с доставкой. То есть вот таким образом. У нас яйцо мы отдаем только на самовывоз. Отправлять его почтой или транспортной компанией это попросту нереально. Вы можете просто получить яичницу, а не яйцо. Потому заниматься вот этим я не буду. Решайте этот вопрос как-то сами. И еще один момент. Сейчас вот особо большого ажиотажа на яйцо нет. Буквально через 2-3 недели это ажиотажный спрос. И яйцо инкубационное будет только отдаваться по предварительной, если человек предварительно внес задаток и оговорил время. Потому звоните заранее, заказывайте заранее, чтобы я мог расписать, какое количество яйца несут у меня куры. Я все четко знаю. Плюс-минус день-два. Вот в таких пределах я могу по срокам продавать яйцо. То есть подстраиваться под кого-то, у меня освободился инкубатор, у меня он освободится тогда-то и так далее, мне тоже нереально. Потому просьба подстраиваться под нас. До свидания, всем привет, успехов, удач, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. До свидания.